Прогноз погоды на канале ПС. Начиная трудовую неделю, не тратьте время на достоверные поиски погоды. Просто слушайте Юниса, вашего проводника в мире погоды. «Я бодрый свеж», — сказал сам себе с утра. «И вот мне все нипочем. И кофе двойной, без молока, здесь совсем ни при чем». 31 марта, понедельник. Весь день ветер северный и северо-западный. Утром холодновато, температура воздуха от минус 3 до минус 7. Но небо чистое, ясно. Днем, конечно, потеплеет до минус 3, но солнышко скроется малооблачно. Вечером облачно и температура опустится до минус 8. Но это не беда, морозный воздух бодрит. Еще нет весенней слякоти, так что нет причин для уныния. Самое время вспомнить хорошую мелодию. «Я не красавчик, чтоб все с ума сходили». Да и не сходят, тогда же веселей. Но девушки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что, но девушкам видней. Увидимся на телеканале ПС.